Собака. Ты сидишь, иди посуду мой. Запарил, сам помой. Слышь, ты че такая дерзкая, а? По правилам ездил. Вставай давай. По правилам ездил. По правилам ездил? Да, по правилам. Ну, молодец, по правилам. Ну, ничего не нарушал, блин. Ничего не нарушал? Ничего не нарушал. Молодец, что ничего не нарушал. Ничего не нарушал. Ничего не нарушал. Совсем ничего не нарушал? Да, совсем ничего, ничего. Вообще ничего, ничего, ничего. Ничего не нарушил, только машину разбил, да? Ну и хуй с ней, блядь, что это, блядь? Передаю большой привет всем тем, кто недавно получил пиздюлей. Я с вами, братья. Пизды не стрёмно получить, пиздюлей. Ну, как бы нормальная хуйня. Жалко, жуп потерял. Сейчас похож на пирата, а так... Сиворол ем. Что еще сказать? Ну, он был больше, дура набитая, маргариновая. Вот такая хуета, килограмм 120. И то я ему в прыжке нормально зарядил, ребят. Я вам честно говорю... Мы видим. Вот. Та-дам! Ну, если напрячь его, гоню, по-другому. Нет ручек, нет мультиков. Не хочет работать. Чё, плохо, да, переезжать-то? О, давай. Придурки. Я сейчас ляжу, а ты меня быстро фоткай, бы в пятки холодно, хорошо? Да. Давай! Я видео снимаю! Какое видео? Фоткай давай, блядь! Да оно видео снимает! Фоткай, фоткай! Видео снимает! Бломана сибан тамана глед, млюбан мабана мене павана мед, бета ма форе ме фамана форен, фоткан ме фиде мене фамана корен, безе, абана безе, you mean a bat on my folly mini common a case, bat on my folly mini farming a flack, you mean a flack to me free mini slam and slack, slack to me slaving in the common a clack.
Как лично ваша жизнь была ущемлена с приходом Путина? С Путиным. Ну, я всегда, в принципе, голосовала за оппозиционные партии, за, например, то, чтобы права меньшинства в стране тоже учитывались, да, и как бы принимать все внимание. Совсем меня убрали известны. Кто кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шаг на под... Еблан, а. Пизда тетки. Ебать. Сними это. Смотри. Ах ты, козёл, ты посмотри, что делает. И как это он... Опа! Будем сейчас ему трос выкидывать. Пора, пора, пора. Ах! Надо бы подъехать, посмотреть, что у них...